Всем привет, ребята. Что, продолжаем? Продолжаем открывать ширпокейсы. Сегодня у нас снова попытка обнуления. Снова сегодня ставим рекорд по сливу бабок на изидропе. Вчера вне видео я открывал фрикейсы бесплатные первые. То есть сейчас я покажу, что выпало. Вы просто, ну, как бы офигеете, потому что я реально офигел. То есть вчера мне с бесплатного фрикейса выпала вот эта вот гроза. То есть вы видите, сколько она стоит? 370 рублей. Это, блядь, больше, чем я закинул даже с промокодом. Я вообще не представляю, что это за такая гроза, которая стоит, блядь, 370 рублей. Я как бы... И вот сейчас я в догадках. То есть либо вывести ее, ну скин сам по себе говно. Он некрасивый. Ну какого хера он столько стоит? Я не могу понять. Мне просто интересно посмотреть. То есть это что, качество? То есть какое-то там прямо с завода и там статрек технология или что? То есть за что вообще такие бабки? Потому что если скин вот 3 рубля он стоит, там понятно. То есть ну там до 10 рублей они мне падали. Но тут 370. Это я... Ну, немножечко не понимаю. Если вы знаете, почему она столько стоит, ну там напишите в комментариях. Так, ну а мы, в принципе, начинаем. Разомнемся с бесплатных кейсов. То есть пишет, что я могу, типа, открыть там 3 раза, да? Ну, давай откроем. Хер в рот. Короче, я ничего с этим сайтом не понимаю. Он пишет, что нужно пополнить и открыть. То есть открыто, кейс открыт 0, но открыть я не могу. За 24 часа там какой-то, короче, гонимо. Я вот что-то ничего понимаю. Что с фрикейсом? Тут на 500 надо пополнить. Но у меня между пополнениями еще не прошло 24 часа. Почему он мне не дает открыть? Потому что... А, я же вчера, по-моему, с это, с утра пополнение делал. Да-да-да. Ну, ладно, хер с тобой. Придется опять фрикейс открывать вне этого. В общем, мы начинаем. То есть вчера я говорил, что сегодня мы будем открывать по одному, но мы будем открывать быстро. И смотреть вообще на скорость, да. То есть что, каким образом можно слить быстрее. То есть открывая по 10 и медленно или по одному, но быстро. О, а, ну это меньше этого. 40, так что мы его продаем. Все, что меньше 40, мы продаем. Мы продаем. Оп. Ну, видите, это как бы хухумба, хухамба. Там-то, конечно, еще это. Тут он тебя не троллит, ничего. То есть ты сразу видишь, что тебе сыпется просто говно. Так, доступны для продажи. Мне надо продать вот этот. Вот этот надо продать за 3 рубля. А этот я пока оставлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 8. То есть мне нужно выбить 2 скина. Мне нужно выбить 2 от 40, чтобы, ну, грубо говоря, сделать контракт. Хочется и вывести грозу, посмотреть. То есть какого хера она такая дорогая. Но она падла, это. Она просто... Некрасивый скин. То есть сам по себе некрасивый скин. И как бы я маленечко не понимаю, то есть почему она столько стоит, потому что, ну, она реально сыпется практически всегда, все время, постоянно. И обычно стоимость же она как-то влияет, ну, вернее, на стоимость скина влияет вероятность его выпадения. Если там вероятность выпадения, там, Dragon Lore, там, одна, там, какая-то там тысячная или десятитысячная, процента там, да, то шанс выпадения грозы, то есть в 1000 раз там больше, если не в 10 000 раз больше. И там понятно, почему Dragon Lore столько стоит, но этот как так столько стоит, ни хера непонятно. Ну, пока что опять, смотри, P90 дает шляпу. Ну, второй раз P90, ну это не щитово, потому что это не счетово. Так, ну, нам нужно поставить рекорд. Вчера ролик у меня занял примерно где-то 7, что ли, минут. Третья. Где-то примерно 7 минут занял. Четвертая, поняли? То есть вот 4 по... То есть где-то уже на 100, сколько там она? Блин, на 150 рублей, короче, ПП насыпала. ПП-шек насыпала на 150 рублей. Ну, наша цель — рекорд по сливу поставить. Ну, я еще раз напоминаю, чтобы что-то слить, нужно сперва, чтобы что-то пополнить. Я пополняю с промокодом, да. То есть, ну, если вы ставите рекорды, промокод использовать ни в коем случае не нужно. Вот.
Если интересно, чем вообще это все закончится и какой у нас будет максимальный рекорд по сливу именно на ширпокейсах, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВК, пишите ваши комментарии, предложения, рекомендации, отзывы. То есть, ну, все как обычно, да? Вот так, сегодня мы открываем быстро. Ну, будет вариант еще, значит, надо будет тогда карточками открывать. Карточками. Ну, карточками надо будет открывать штук по 10. Штук по 10. Потому что... Если пооткрывать по одной, это стопудово ты рекорд ими не поставишь. Ты рекорд ими не поставишь. Хотя, хер его знает, как сайт там будет, да, давать. Как он тебя будет на ножи там обманывать. Вот, ну, что мы уже сколько, несколько минут, и мы только где-то, ну, рублей на 100 опустились. Опустились примерно на сотку. Если учесть, что еще выпадали скины там. 30, ну, а, ну, вот пятый он такой, да, вот смотри, пятый, если бы я не продавал те, то уже бы к нулю подходил, ну, примерно бы на окуп бы там ушел. Ну, как бы это ширпокейс, он, в принципе, тут по чутка ставит, просто я не понимаю, какого хрена у меня вот доступно пишет колесо, вращать. Хер не дает, да, то есть не дает. Ширпокейс пишет открыто 0, но тоже не дает. Ой, не ширпокейс, а этот. А этот, как он там? Что там? А, фрикейс, вот. Не дает. Арктический волк, аук. Хорошенький кому-то выпал. То есть не дает. И что? И что-то это. И сегодня от 40 рублей там ничего не дает. Не, ну меня прям вот этот вопрос с грозой. 39,99, копейки не хватило. Прям с грозой вопрос очень так интересует. Я как бы, ну, такой в замешательстве. Честно думаю, что за... Тут бы если это, какой-то приличный скин выпадет, на автомате бы его не продать, а то... Оп-оп-оп, на автомате все делаешь. Он сейчас выпадет, блядь, нож, я его продам сразу, это, не заметив, что. Ну, пока что тут ножом пока не пахнет, да? Но, тем не менее, он меня пока что и сильно не сливает. Пока что сильно не сливает. Ну, и, конечно, сильно не радует. И сильно не сливает. Ну. Но, по-моему, вот сейчас он начинает меня, да? Вот, наверное, все-таки это будет рекорд. То есть открытие по одному быстро. Это позволяет быстрее слить баланс, нежели открывать по 10, но медленно. Ну, еще попробуем потом карточки. Наверное, завтра попробуем карточки. Мы по 10 штук. По 10 карточек открываем. 39,99. Второй раз 39,99. Прям какая-то это магия волшебная. Ну. Что ты? Песчаная буря. То есть рубль стоит. Там рубль 22. О. рубля там, ну, такой всякий фуфел позорный падает. 7 рублей там, ну, борода всякая. 39,96 там, да, ну, нет, мы хотя бы от 40, то есть уже что тут, не будем выпендриваться там. То от полтинника сперва хотел только закидывать, так бы я, о, вот первое там, да. ПП Бизон, городская штриховка. Тоже говно, но что-то стоит. 40. Так, мне надо еще хотя бы один.
и можно зафигачить. Мне еще по один, и можно зафигачить. Блять, вот просто вот 39.96, опять тигр. Может вывести этот все-таки АУГ за... Да че его выводить, блять, ну... У меня есть АУГи. У меня там прикольные АУГи есть, хамелеон. А этот... Он не выглядит, он и выглядит стрёмно. Единственное, что столько стоит просто. Мне, блядь, не каждый фиолетовый скин столько стоит. Как сколько этот серый ширп. Ну. Ну чё, давай еще. Чё ты? Не можешь там... Фу, блядь, третий за это ту же самую цену. И африканская сетка. Чё-то после него, то есть, заметили... Сейчас опять африканская сетка, да, выпадет? Не, смотри-ка, не выпало. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Какой-то пятый или четвертый, я уже сбился, да? Смотри, он мне назад баланс возвращает. Он мне просто возвращает баланс. По-быстрому. Короче, сегодня тоже, походу... Не будет сегодня рекорда по самому короткому видео, по наибыстрейшему сливу. Не, конечно, там сейчас можно сказать, что да, можно там один кейс просто открыть за 250 там, или за сколько там, да, и все. Но суть-то не в этом, я понимаю, что можно открыть 39.95 на копейку дешевле, подешевел он пока это. Я понимаю, что можно одним это открыть и все, и, но суть-то в том, чтобы, например, на дешевом кейсе выиграть. Ну, не выиграть, а рекорд поставить на дешевом кейсе. Цель-то такая. Вот. Причем. Ну и просто действительно с дешманского можно и вынести хорошие, какие-то приличные скины. Ну, конечно, в основном-то это все там вот это вот. Рублей по 40, там по 20. Нож-то хер. Не, ну я просто охренею, если выпадет нож, и я его на автомате продам. Это пиндец. О, видали? С каждым все теперь дешеветь начинает. То 96 было копеек, сейчас 95, сейчас вообще 94. Ну-ка, интересно, сейчас следующее, если выпадет, 93 будет? Или сколько? О, кому-то перчи сыпанули. Водительские перчи. Ну, поздравляю, чё, чувак. Поздравляю. Что тут скажешь? Ну, давай. Идем на рекорд. 94 все-таки не это. Не хочет он. Не хочет. Не 93, 94. Опять. Ёп, мать, сколько тигров навыпадывало. Охренеть просто. Сука, ну дай ты еще один скин-то за 40 лет хотя бы. Что ты подложмешься-то? Че ты? Сука, на 5 копеек дороже там. На сколько? На 7 копеек дороже дай скин. Этот тигра на 7 копеек дороже дай. Когда даже на 6 копеек дай дороже, похеру. Ровно за 40. Все, теперь на 7, да? Смотри, смотри. Слушай, ну я прикалываюсь просто. Он это... Чем дальше, тем тигр дешевеет. Че там? Или это зависит от того количества, сколько я их продал. То есть... Я-то остальные-то не запоминаю, сколько стоит. Потому что... Ну просто вот эта хрень по 12 рублей мне уже тоже сколько раз выпадала. Вообще там непонятно. Ну что, давай, все. Ну... Я уже понимаю, что рекорда у нас по самому, на самое короткое видео нету. Потому что, ну, как бы чувствуется, что подзатянулось видео, подзатянулось. А там что, кто-то из друганов зашел в онлайн. Ну, давай, все, я уже к финалу подхожу. Все. Ну, еще чуть-чуть. Еще. Давай. Оп. Ну. Десятка. Эх, давай еще. И. Ну. Ох ты. Не хочет. Ну, смотри, не хочет он там. Все-таки еще что-то. Сайт пытается меня как-то тормознуть, да. То есть, ну, мы идем к своей цели, движемся. Все, и это финал. Нет, это не финал, это. Ну вот теперь финал. Все, вот это финал. Все, в общем, давай смотрим, что мы сегодня это
вывели, да. Вот только единственное, что выпало за сегодня, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Остается выбить еще один скин. Остается выбить еще один скин. То есть все-таки вот это я закину в апгрейды. Может, повезет сегодня с этого выпадет что-нибудь. С бесплатных кейсов, я хрен его знает. Хотя там, может, ты сейчас это вот, может, ты сейчас уже доступен станешь. Бесплатный кейс. А это, подожди, это куда ты? А че, кот полез-то там? Обычно открыть, давай. Нет, недоступен еще. Ну, снова вне видео придется записывать. Вернее, не записывать, открывать фрикейсы. В общем, сами все видели, да? То есть сегодня... Ну, я не скажу, что и как бы и плохо, и там и хвастаться-то особо нечем. В общем, все, ребята, всем пока. Завтра увидимся, услышимся. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока, до новых встреч.